Всем привет, ребята, с вами канал PS4 Xbox One Russia, и сегодня у нас на обзоре Вармила клавиатура, вот заказали, профессиональная гиковская клавиатура, вот, Вармила VA108M, полноразмерная, вот она, вот, Вармила это китайская фирма на самом деле, но стоит она совсем не по-китайски. Вот, эта клавиатура стоимостью 17 тысяч, очень крутая, ну, профессиональная гиковская. То есть она вообще должна быть просто мега-супер крутой. Так, ну давайте проверим. У меня лично никогда таких на обзоре не было. Было до этого пользовался обычным Logitech. G110 тоже типа механическая, но типа механическая. Так, ну давайте посмотрим, что входит в комплект. Тут у нас интересно. Первый раз такой вижу. Это, короче, защита от пыли. Типа клавиатуру накрываете, вот, она защищает от пыли. Ну, крутая вещь, крутая, чтобы клавиатура не пылилась. Вот, блин, первый раз вижу, реально. Так, что у нас дальше? Кабель питания. Кабель питания. Нифига себе такой крутой, кстати говоря. Давайте проверим, что он из себя представляет. Вот, Вармила, даже с гравировочкой. Крутой. Вот. Type-C. Нет, мини. Ха, мини-USB. Представляете, мини-USB. Не, ну, конечно, интересно. Позолоченные все дела. Но мини-USB, то есть уже Type-C везде, а тут мини-USB. Ну ладно, это не так страшно. То есть, видите, позолоченные контакты. Очень круто, кстати. Мне нравится. Ну, длина у него, наверное, 1,8. Стандартная длина. Так. И давайте приступим. А, стоп, еще кейкап. Кейкап, железный кейкап. Это чтобы снимать клавиши. Вот. Кстати, тут идет в комплекте еще набор клавиш с подсветкой. Ну, то есть, чтобы они подсвечивали, видите, такие вот. Вот, у всех мы сейчас заменим тоже. Ну, классно, что он. Во-первых, фирменный Вармила. Вот. То есть тут даже он написано Вармила. Вот. Вот он. Не, ну крутой. Крутой, мне нравится. Вот. Не везде комплектует кейкапом таким. Так, ну давайте приступим. Основное. Ох, я уже чувствую. Она весит, кстати, ребята. Ну, так, достаточно. Достаточно она весит. А еще, кстати, ну, менюальчик. Все, комплектация, ну, такая небольшая, так скажем, небольшая комплектация. Так, убираем. Так, откроем эту клавиатуру. Ну, все говорят, прям вообще супер-пупер клавиатура. Красавица. Moonlight в расцветке. Есть разные расцветки там. Ну, я скину магазин, где я покупал. Там магазины Geekbench. Ну, соответственно, Geekboard. Соответственно, единственный магазин в России, который торгует такими клавиатурами. Механическими, профессиональными. Вот. Клавиатура увесистая. Ну, весит, не знаю, килограмм, наверное, точно. Ну, то есть, вообще, смотрите, просто с нампадом я взял. Есть разные варианты. Есть 60%, 70%, ну, то есть без нампада. Вот такой вариант есть. Вот, она на русском, да, то есть, о, кстати, вот этот звук. Я взял на Blue-свечах, вот, MX-Blue от Cherry. О, классно. Но видите, они щелкают, такие кликающие свечи. Мне нравится, то есть именно клики вот эти вот я хотел у меня с кликами. Там только на черри вариантах. Вот. Поэтому нет, не было их от Вармила. Но я бы от Вармила на самом деле взял. Вот, кликающие. Но мне именно кликающие нравятся. Вот, а тут также медиа клавиши дополнительные. То есть
мой компьютер, музыка и прочее. Вот, вот разъем сам, собственно, да, то есть сзади клавиатура выглядит вот так. То есть, кстати, железный. И этот, смотрите, как классно они сделали. Вот, ну то есть именно железный он, ну алюминий, то есть металлический. Ножки прорезиненные, кстати, прикольные. Вот, чтобы он так стоял. Кстати, сразу их тогда выдвинем. Ох, такой звук еще. Вот так вот она стоит. Вот, то есть тут тоже резина, ну то есть вообще. Хотя можно на самом деле и без них. Они высоко поднимают. Вот, ну сейчас будем ее тогда включать и посмотрим, как она в работе. Так, ребят, ну вот, я ее включил, подключил. Блин, ну, на самом деле круто. Подсветочка у нее также есть. Ну, так как клавиши выполнены из толстого пластика, она не просвечивает. То есть варианты подсветки, вот видите, регулируется. Это самое яркое. Выключить, да? То есть, ну... На самом деле, сидишь когда вечером, в принципе, удобно. Вот, ну, особо какой-то нету, так сказать, выгоды, да, то есть не просвечивается, ну, не очень полезная подсветка. Так, вот здесь у нас такой дышащий эффект. Вот, то есть он мигает, получается, ну, как демонстрационный такой... Подсветка такая, типа, мигающая, прикольная. Вот. Так. Далее, что мы имеем? Давайте тогда послушаем, как она звучит. Тайпинг тест. Потому что, ну, ради звука ее и берут. То, что очень классный звук. Кстати, мне нравится, как она изготовлена. То есть, такой очень классный пластик. Под дерево сделан. Вот, очень так... Тактильные ощущения очень классные. Мне нравится. Вот, ну давайте послушаем, как она звучит. Так, сейчас я замолкну, как говорится. Вот как-то так. Соответственно, клавиатура мне, в принципе, нравится. Вот. Рекомендую к покупке, ну, только если, соответственно, вы располагаете бюджетом определенным на нее, потому что, повторюсь, клавиатура стоит недешево. В Geekboards она стоит 16 500 плюс доставка. По России они доставляют. Вот. Так что, в принципе, у кого есть денежные средства... ну, лучше всяких рейзеров в любом случае. То есть она по качеству исполнения очень классная, мне нравится. То есть качество, ну, тактильное ощущение. Мне нравится вообще. Смотрел много обзоров, прежде чем как выбирать. То есть ее рекомендуют именно. Только единственное, что вам надо определиться со свечами, какие вам нужны. То есть я взял кликающий Blue, Cherry Blue, да. То есть они мне нравятся, когда вот так, как пишущая машинка. Вот, кому-то не очень зайдет, да, кто-то там живет в одной комнате с кем-то, да, и вечером, по ночам вот это вот слушать. Есть варианты там более тихими свечами, да, то есть они тихие будут. Вот, на этом обзор этой клавиатуры я заканчиваю.
Вот, подписывайтесь на канал. Вот, новые обзоры будут также выходить. Все, на этом с вами прощаюсь. С вами был Илья. Пока-пока, до новых встреч.